Центр поддержки особенных людей «Равные» представили новую постановку «Фабрика слов». Это спектакль, в котором слов не так уж и много, и цена каждому велика. Каков вес каждого брошенного нами слова? А какова цена сказанному? Здесь, на этой фабрике слов, можно купить маленький предлог или целое существительное. А уж если есть желание произнести вслух целое предложение, то необходимо целое состояние. На сегодня у нас творческий показ инклюзивного спектакля, который называется «Фабрика слов». И участвуют в ней наши особенные солнечные ребята. Это наша группа взрослая, которая уже несколько спектаклей выпустила. Вот сегодня у нас будет необычный формат про интересную французскую сказку. Проект «Фабрика слов» по мотивам книги Аньес де Лестрад. Это французская писательница, у нее очень есть интересная книжка, которая в нескольких страницах рассказывает о том, как нужно ценить слова, и то, что их не нужно разбрасывать на ветер. Проект реализуется за счет средств гранта, предоставленного из областного бюджета Орловской области. Работа с детьми – непростая работа. А когда эти дети особенные, как их принято называть, сложность работы увеличивается кратно. Правда, и они сами в долгу не остаются. Стараются. Учат и радуют. Везде есть свои нюансы, своя специфика. Мы всегда это делаем очень легко, непринужденно, по-особому для ребят в игровой форме. Им всегда все это нравится. Танцы, музыка, да вообще выход на сцену для них – это такое событие. На этой импровизированной сцене каждый герой главный. И прыткий Филлис, что по крупицам собирает свой подарок для красавицы Сибеллы. И сама девушка, за сердце которой разворачиваются нешуточные страсти. Показы необычного спектакля «Фабрика слов» состоятся в марте и апреле. Анастасия Гришина, Илья Фонечкин, телеканал «Первый областной».